10 задач по развитию Казахстана, озвученных на инаугурации главой государства Касым-Жомартом Токаевым, это четкий план действий, нацеленный на светлое будущее страны. По мнению депутата областного маслихата Абая Нуржанова, в первую очередь эти планы позволяют направить внимание на решение социальных проблем. Одна из главных – искоренение безработицы, считает депутат. У нас очень много идей, у нас очень много молодых, которые нужно создать им условия. Нужно давать освобожденные от налогов кредиты на первое время, дать возможность создать свои рабочие места. Это вот один из путей. Конечно, нужны большие предприятия, современные, оснащенные новыми технологиями, хорошее цифровизированное производство, и тогда будут рабочие места.